Так, ну вот небольшой обзорчик про эту программку. Я тут загрузился уже. Сейчас, значит, открываем параметры. Я покажу, как она называется. Потом открою видео про эту программку, потому что я не буду здесь делать какой-то там обзор. Эта система основана на Arch Linux полностью. Ну, более-менее, значит, ее сделали, я так понимаю, стабильной. Вот подробности у нас. Что мне здесь так более-менее понравилось, когда я ее сейчас загрузил, установил на систему. Потому что на виртуалке мне трудно, она все тормозит, для записи уже не получается. Так хоть более-менее нормально. Опресити, что ли, она называется. Вот, сейчас сделаем так. Так, вот, это LibreOffice. Текстовый документ, текстовый редактор. Маленькие значки непривычно. Так. Ставить. Так, вид. Нет. Да ладно, вот. Опрести ОС. Ну, это 64-битная система у меня. Закрыть без сохранения. Сейчас. Откроем LibreOffice. Вот, смотрите, стоит... Короче, как... все, что здесь стоит, все новейшее практически. Так же, как на Arch Linux. По умолчанию здесь установлен GNOME 3. Вот видите, верхняя панелька, она такая прозрачная, красивая, сделанная. Это обновление, это значок записи. Это для просмотра видео уже. Ну, то есть много таких красивых настроечек, установочек. Сейчас я сюда еще раз сделаю пасты и увеличу. Так. Так. Блин, 100 лет не это. Ну вот, Apricity OS. Ну, это 64-битная. Так, сейчас я закрываю kernel. Сохраняться я не буду. Так, don't save. Так. Так, значит, у меня что здесь? Не нравится. Частичная локализация. Вот сейчас вот видели, я открывал OpenOffice, он у меня на английском языке. Потом. Ну, фиг с ним, с этой частичной локализацией. Просто я хочу познакомиться с этим дистрибутивом. Ну, как сказать, я обзор не буду делать. То есть, вот, глядите, сейчас просто мы возьмем так, быстренько посмотрим. Вот, такая красота идет. Что тут, тут больше даже смотреть нечего. Сейчас я открою GNOME. По умолчанию здесь установлен Google Chrome. Так, что у нас здесь еще сразу установлено? Вот установлен Steam, причем Steam установлены две версии. Так, пока Google Chrome будет сейчас загружаться. Так. Steam установлены две версии, вот глядите. Так вот, такая и нативная, то есть для Винье. Так, что тут у нас еще мне интересно? По умолчанию стоит. Так, снимок экрана. Я сюда установил только одну программу. Simple Screen Recorder. Потому что я с помощью нее записываю и все. Системный монитор, параметры, обозревательный навигатор, дополнительные так диски. Что тут есть? Виньет стоит, не стоит, не вижу. Ну, Steam под виньей такой, по-моему. А, Play on Linux здесь вместо Винье. Да, вместо Вина стоит Play on Linux, Вина нету. Ну вот Play on Linux и там Steam. Больше тут что? Java, тут Java установлена. Ну, короче, так, для широкого использования вообще все в принципе есть. GVim, Gparted. Ну, это подтягивается по умолчанию. Ладно, фиг с ним. Это мы скрываем сейчас. Давайте я вот это открою. Так, я пока на паузу нажму. Сейчас я покажу
видео, которое это человек делал про эту систему, и играл в ней. В общем, мне понравилось. И на этом я закончу. Так, ну вот, в общем, это у нас про эту систему очень, очень хорошее видео снял Ubuntu Tarim Be Reboot. Ну вот его канал. Вот его канал. Ссылку на канал я дам под этим видео. Смотрите. Я на него по... В общем, вот у него здесь полный контакт. Вот Windows 10 Antergos. Вот он снимал как обзор. И у него Steam про эту систему есть. В общем, пожалуйста, можете найти, здесь посмотреть. Я именно на видео вот... Ссылочку дам на это видео. Ссылочку полностью дам. Что еще тут могу сказать? Ну, вот так она как-то... Все-таки есть какие-то ошибки. Закрыть делаем. Упали. Пожалуйста. Так. Ну, в общем, это у меня Google Chrome что-то хромает. Похоже, по ходу дела. Так, что тут? Play on Linux. Давайте откроем Play on Linux, просто посмотрим, что там по умолчанию есть. На секундочку. Перезагрузить страницу. Так. Так, папки. Ну, что-то... Play on Linux пустой. Идет просто обновление. Понятно. На русском языке сразу. Все. Так, посмотрим, обновился, не обновился. Ну вот после загрузки она вот такая, но я не знаю, у меня маленькая она что-то, видимо, глюканутая, что ли. Хотя, по идее, это этот должен работать быстро. Ну это тут уже все по умолчанию полезли мои программки устанавливаться. Понятно. Иди нафиг. Иди нафиг. Вот. Короче. Сейчас я сделаю. Вот посмотрите видео, очень интересно снимает товарищ. Я сам как бы еще не могу так снимать. Вот. Интересно, мне вот, что бы хотели вы, конечно, увидеть по Calculate, по Gentoo. Может, про игры что-нибудь. Мне самому, конечно, интересно про игры. Я снимаю. Делаю, но мне игр снимать на этом компьютере практически нереально. Как вариант только идет, если другой компьютер. Вот у нас переводчик тут не стоит.
Ну вот. Вот так называется канал. Вот так называется канал. Вот он. То есть, пожалуйста, здесь у него есть видео. Сейчас вот откроем. Плейлисты. Вот полный контакт. У него как раз 3 видео полностью идет. Все про этот Антеркос. И у него еще будет одно видео про него. Вот, но это маленькие такие видюшки. И у него еще есть Steam. Ну, в Steam он там так болтает, играет туда-сюда. Ну, в общем, вот он с Антергосом тут играется. Как раз вот у него в плейлистах полный контакт. И у него очень много видео, как игры устанавливать на Linux с помощью Play on Linux. В принципе, очень хороший канал, я его рекомендую. В принципе, это даже не реклама это самое этого дистрибьютива, сколько это у нас идет реклама вот этого канала еще дополнительно. Пожалуйста, смотрите, я на него подписан, ссылку на этот канал я внизу дам и все дела. И вот ссылочку именно вот сюда вот я прям все. На этом все, спасибо за внимание. Так уж коротенько видео решил снять, быстренько.